Здравствуйте, ребята. Посмотрите, каких двух хулиганов я поймал. Шли прямо посередине дороги. Первый урок усвоен. Герой готовится к записи нового выпуска «Безопасной дороги». Инспектор отделения по пропаганде Полина Чичулина входит в роль проворного Матроскина. Сценарий тоже ее. Раньше я снималась одна как Буратино, а потом у нас появилась еще одна сотрудница, и нас стало двое. И мы решили выбрать каких-нибудь комичных персонажей, чтобы вдвоем сниматься, можно было как-то больше шуток придумать, каких-то моментов. Вот. Плюс они друг друга постоянно поправляют, там тоже друг друга чему-то обучают, помимо инспектора. Собственный видеоблог на YouTube-платформе у регионального УГИБДД появился в 2020-м. Из-за пандемии инспекторы были вынуждены временно отказаться от очных уроков безопасности. Но остановить важную миссию вовсе не смогли. Так и решили, что будут покорять сеть. Чем меньше дорожно-транспортных происшествий, тем, значит, мы чувствуем, что работу делаем не зря. Если даже хотя бы один ребенок, посмотрев, задумается о том, что нельзя нарушать правила дорожного движения, мы же заставить их не можем соблюдать, мы можем им только рассказать о последствиях. И вот как раз этим мы и занимаемся. Рассказываем о том, что может случиться. А это дело каждого подумать и примерить это на себя. Лариса Просандеева своего рода идейный вдохновитель проекта. Она здесь главный знаток правил дорожного движения и истории госавтоинспекции. Лариса – экскурсовод музея ГИБДД. В 1986-м, будучи первоклашкой, лично приложила руку к его созданию. Это до 1965 года использовался как алкотестер при дорожно-транспортных происшествиях. Вот если подуть в эту трубочку, то она станет зеленого цвета, если человек употреблял алкоголь. Сейчас в числе постоянных зрителей канала около 300 человек. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что та информация, которая делится с нами дружелюбный инспектор Шарик и Матроскин, полезна и важна каждому. Тем не менее, основная целевая аудитория все-таки школьники. Мирославу Кареву 13, он учится в 7 классе и считает, что даже элементарные правила порой просто необходимо повторять. Возможно, поэтому мальчик один из верных подписчиков канала ГИБДД-68 Тамбов. В моем возрасте, младше, старше, очень важно знать правила ГИБДД. И этот канал преподносит в такой форме, чтобы могли смотреть и взрослые, и младшие, чтобы всем было интересно. Самое запоминающееся было для меня про светоотражающие элементы, потому что можно реально попасть в какую-то ситуацию, в которой они помогут. Одним словом, запоминайте. ГИБДД-68 Тамбов. Латиницей. Подписывайтесь и ставьте лайки. Новый выпуск «Безопасной дороги» уже в ближайший вторник. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Юлия Савушкина, Станислав Попов, Анна Мусатова. Область новостей.